Свечи не здарается. Не здарается. А про это чули? Жил каля нового городка один человек. Богатый человек. Бывало, кто ему что не наплете. И он все правдой лечит. И одного дня объявил по всему свету. Кто меня уговорить, как сказал я хлусня? Там тому золото, ты дочку Алену у жонки. Знайшовся один таки казачник с нашей вёски. Ходит до того. Стал талерку золота, ты дочку на лаву сади, уговору. Ну, рассказывай. Только и гляди, как за без золота пугой не отрымать. И чего только на свете не здарается. Вот одной чи пасвил я пчел. Зранку гонишь на пашу. И треба было этих пчел прыгнать, перелечить, подоить и... Вот какая тяжкая праца была. И что за диво? И вот одной чи... Пригнал я пчел с пашей. Перелечил, нема одной пчелы. Батюшки святы, быть беде! Я бегом шукать пчелу, раптом чую, неде пчела рове! За рукой семь волков напали на ее, кинулся я рата! Ай, да! Стал я шукать ту дорогу, как выбраться наверх, а тут... Нехто такого дыму напустил. Перескочил я на другий берег, да так трахнулся об землю, что по самый пояс увяз. Побег я до дому. Схопил я лопату, ну и откопал себе. Приходжу. Да-да. Няма. Пчелы. Приглядился. Ляжить моя пчела. И не дыхая. Что робить? Не кидать же добро. Ну так я шкуру содрал, мясо нарубил. И до дому потягнул. Во, какая великая была. Мало ли чего на свете не старается. Может и правда. Правда-то правда. Але с неким недохопом. Ну, я пошел.
пайшоў праз лес, цянуў носам, а на дрэве смажаныя дзятлы пішаць. Адзін, два, тры. Так, 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 тады таксама было раптам неба прахудзілася. Чуваю, зараз будзе ліха, трэба неба цыраваць. А як? Палез я на самае высокае дрэва. Самае-самае. Ледзь не заплутаў. Тут дождж і скончыўся. Ну, думаю, палезу далей на неба. Пагляджу, што там дзеецца. Ох! Дык што ж ты там бачыў? Я? Так, там на небе, там на небе! Сын вашага айца свіней пасе! Хлусня не можа быць! І прыйшлося таму чалавеку дачку сваю за казачніка аддаць. Бо ўгавор ёсць ўгавор. Ой.